В эфире второго выпуска шоу «Маска» Андрей Данилко поссорился с коллегами. Звездный детектив заявил, что его партнеры мешают ему угадывать артистов под масками, своими подпевками и зажигательными танцами в мини-юбках. Выступление веселого великана Буряка во втором эпизоде шоу «Маска» вызвало у звездных детективов бурю эмоций. Во время яркого номера под песню «Смерека» артисты не сдержались и зажгли под всем известные мотивы, чем не на шутку разозлили своего коллегу. Наши детективы дурачатся, и мне, как серьезному человеку, мешают своим пением послушать участника, потому что Олег и Дзидзо пели, и я не мог понять, кто скрывается под маской. Я и так сижу в шоке. Я считаю, что надо запретить подпевать. А еще Оля поднимает юбку. Ребята, вы меня сбиваете. Сначала Настя поднимала юбку, потом Оля начала, заявил Андрей Данилко в эфире шоу «Маска». Звездный детектив сорвался и несколько раз ударил кулаком по столу, а остальные пытались его успокоить и объяснить свое поведение тем, что это первый номер, и они очень рады увидеть выступление новой восьмерки участников. Оля Полякова поделилась своим предположением, что под маской Буряка может скрываться боксер Александр Усик, и ответила на выпад: «Андрей Михайлович, когда я поднимаю юбку перед мужем, ему это обычно помогает», объяснила Оля Полякова. Но артист продолжил стоять на своем и, записывая свои догадки, отметил, что будет настаивать, чтобы запретили подпевать участникам шоу. «Я хочу знать, кто Буряк, и пишу в Печерский суд», – пошутил Андрей Данилко. Пока личность Буряка остается загадкой, разгадать которую звездные детективы и зрители смогут в следующих эпизодах масштабного шоу «Маска». А с вами была Сплетница. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Впереди вас ждет еще очень много интересных новостей.